сейчас в Дубае открыли первую студию, которая интернациональная. То есть там все педагоги на английском преподают, вся команда англоговорящая. И всю команду мы вывезли из числа наших soulmates, кто с нами круто развивался, то есть отобрали лучших, отобрали их там по параметрам, они обязательно должны были знать английский язык, потому что это тоже такой критерий. К сожалению, мало кто из нашей команды на сегодняшний день прям вот на хорошем уровне разговаривал на английском. Но вот уже несколько месяцев я прям вижу ребят, которые вот английский учат и личностно растут очень хорошо. То есть, ну, это, мне кажется, классная мотивация уехать за границу хотя бы на годик, пожить, поработать, почувствовать менталитет другой страны и участвовать в развитии нашего общего дела. Потому что реально топ-стретчинг – это большое дело для каждого из нас. Мы проводим здесь все много времени. Не только я одна, но и любой наш менеджер, любой наш тренер, любой наш там, стажер даже, будь то стажер. Мы очень много времени уделяем именно этому месту и компании, общению с клиентами, общению друг с другом.